Место сбора – лыжная база. У тренеров уходит буквально несколько минут на постановку задач для предстоящего занятия, и вот ребята уже шустро собирают весь необходимый инвентарь. Погода хоть и ветреная, но солнечная, вполне подходящая для катания на лыжероллерах. Тренеры и ребята понимают друг друга не просто с полуслова, а порой с одного взгляда или жеста. Да и как может быть иначе? Вместе они проводят достаточно много времени. Занятия, сборы, соревнования. Тренеры пользуются заслуженным авторитетом у воспитанников. Тренера мне очень нравятся, добрые, всегда помогут в трудную ситуацию, хорошо подсказывают, когда что-то не получается на роллерах или там, ну, когда бегаешь, там, все время подскажут в технике. Когда соревнования, очень хорошо поддерживают, снимают, потом рассказывают минусы, рассказывают, как правильно надо делать. Добрые, всегда могут понять, да, ну, помогают людям, да. Замечательно, они нас много чего учат. Я вот раньше не умел точить палки, а вот они взяли и меня научили. Мазать лыжи тоже они меня научили. Всему они учат. Хорошему и доброму всегда учат. Мы выезжаем на сборы, и там я их обучаю, они меня и готовят, помогают мне, и убираться. Потому что многие не умеют даже полы дома мыть, видать. Тряпку не знаю, как держать. Ну, всему обучаем, то что где-то не достало. В ходе работы у тренеров складываются доверительные отношения не только с ребятами, но и их родителями. Дети, бывает, не слушаются их дома, и вот приходится немножко с двух сторон уже с ним разговаривать. Ребенка поговоришь там, и родители поговорят, мы настроим ребенка, и он меняется в лучшую сторону. На занятиях ребята четко выполняют поставленные перед ними задачи, а тренеры внимательно наблюдают и подсказывают, если у ребенка что-то не получается. Чувствуя постоянную поддержку, юные спортсмены уверенно идут вперед, улучшая свои личные результаты. Воспитанники Тамары и Алексея Шешелевых регулярно принимают участие в соревнованиях, становятся призерами лыжных гонок различных уровней. Среди их выпускников есть мастера спорта, в том числе и международного класса. Конечно, не все ребята, которые занимаются, свяжут свою профессию с лыжными гонками. Но приобретенные навыки, такие как самоорганизация, целеустремленность, трудолюбие, умение достойно проигрывать и честно побеждать, несомненно, пригодятся им в жизни. Спортсменам они могут, конечно, и не стать. Пьедестал-то всего 3 места, но людьми обязаны быть. Как бы, вот мы хотим вырастить как бы спортсменов и прежде всего людей. Тренерский стаж и у Тамары, и у Алексея более 30 лет. За это время они вырастили не одно поколение ребят, которым проявили здоровый образ жизни и любовь к спорту. И останавливаться на этом они явно не планируют. Анна Лихачева, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.